Институт мировой политики огласил десятку самых эффективных послов, работающих в Украине, а также украинских послов, работающих за границей. Чтобы и наши послы, и иностранные послы знали, что мы отслеживаем, мы смотрим, мы внимательно наблюдаем, кто из них как работает. Ведущие эксперты в области международных отношений выше всего оценили работу посла Франции в Украине. Мы верим, что наша миссия в Украине полезна. Мы хотим достичь цели, чтобы однажды Украина стала партнером среди стран Европы. Помогать – это не только говорить постоянно «да». Это также означает и говорить. Мы считаем, что так лучше не делать. Это можно сравнить с советом другу. Второе место занял посол Германии, а третье – Польши. В десятку самых эффективных глав дипломатических миссий в Украине вошел и представитель Грузии. Наверное, один из самых главных достижений – это экономическая взаимозависимость наших стран. У нас идет колоссальный рост торгового оборота между нашими странами. Колоссальный, тем более за последние годы. Десятку же самых эффективных послов Украины возглавил Олег Шамшур, который представляет страну в Соединенных Штатах. NTD, Киев, Украина.